Евгений Ширяе продукцио. Не надо, да? Я так низенькая, что... Добрый вечер и доброй ночи, дорогие радио-телерадиослушатели. Меня зовут Евгений Ширяев. Рядом со мной... Наталья. Наталья. Что, фамилию? Я хочу напомнить о том, что это начало передачи. Но будет еще и конец передачи. А когда будет конец передачи, тогда вы можете не расстраиваться, что передача так быстро закончилась, а в описание зайти и смотреть продолжение. Потому что продолжение будет на другом канале. Потому что этих каналов вот так вот, как грязь этих каналов, и везде одни эти передачи. Очень приятно познакомиться. Итак, первый вопрос. Да. Так, в связи с тем, что мы ту девку не записали, не получилось. Снимали видос. Сел аккумулятор, и все там не записалось. Задам тебе ее вопросы. Хорошо. Какой король музыки? Поп. Более 30 раз внесен в книгу рекордов Гиннесова. Гиннесова. Гиннес, это же не пиво, Гиннес. Я знаю двух королей просто поп-музыки, это Майкл Джексон. Песню какую-нибудь Майкл Джексон. Билли Джин. Давай споем. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who plays I am a woman. But kid is not my son. Ooh! He say I am a woman. Дальше. But kid is not my son. Ау! Все? Откуда же ты такая нарисовалась-то вот такая вот, а у нас? Я вот... Понимаешь, такая... ты вот сделала нашу выползла. Передачу, это смутное, поганое время. У нас же программа-то развлекательная. Мы не хотим говорить о смуте. Да, это моя специальность. Я не хочу говорить о смуте. Твоя специальность говорить о смуте? Нет, развлечение. Да? Чем ты занимаешься? Артист мюзикла и шоу-программа. Вау, Второй вопрос. Еще, блин, там, а сколько там вопросов на самом деле? Пять вопросов. Давай тогда побыстрее. Название какой науки образовано от древнегреческих слов «земля» и «описание»? Геология. По-другому бери. География. У меня еще белых катышек нету вот здесь вот. Так, нет. Типа, когда много-много-много говоришь, вот это все, вот эта пена течет. Из-за бороды не видно? Не видно. Хорошо. Какая шведская, какая шведка получила первую Нобелевскую премию по литературе? Я не сведущая в шведках. Кто это? Говорю, не знаю я шведок. Не сведущая? Не сведущая, я. Такое слово есть, да? Да, есть. То есть не сведущая. Не в материале. Да, не в материале. Не сведущая. Не в потоке. Я думал. Я просто задавал этот вопрос другой девчонке, не получилось записать, к сожалению. Mm-hmm. Я ей подсказываю. Mm-hmm. Я говорю, Карлсона, она говорит, я говорю, Карлсона, она написала. Я говорю, Карлсона, она написала, понимаете? А потом не... Максим, тут сейчас вот Максим же, вот этот mm-hmm. мужик, это же Максим. Так. Mm-hmm. Он с пистолетом, у него есть пистолет. По нему не скажешь. Это мой телохранитель. Опасный человек. На самом деле, кто Карлсон. Я говорю ей, так это же самое, он же Карлсон. А он залезает в телефон и говорит, нет. Говорит, не Карлсон. Армстронг, да, вот этот. Не Армстронг. Армстронг, да, Астрид. Я говорю, да ну, а я думал, что Лагерлёв. А он говорит, Армстронг. Я говорю, ну ладно, Армстронг. Какой Армстронг? А, я уже сказал это самое. Я уже сказал ответ. Лёв. Я же что сказал? Лагерлёв? Лагерлёв? Да. Я же сказал ответ. Уже была рубрика этого... Покажи, хлебало, покажи. Человек. Была эта рубрика? Нет. Я просто уже запутался. Сегодня снимаю весь день. Решил за день отснять много выпусков. Поэтому все, я уже не соображаю ничего. Что это за мужик? Билл Най, по-моему. Что? Билл Най? Билл Най? Най. Немец? Найн. Нет. Хамец. Шнафн. Хахн. Билл Мюррей. Еще есть другой. Билл Мюррей. Спасибо за урок артикуляции, дорогой. То есть ты считаешь, что сейчас был урок
артикуляции. Да, экспресс. А иногда бывают уроки правильного произношения. Потому что я мастер произношения, и я вообще, у меня техасский диалект. Чтоб знала, на будущее, Наталья. Как я могу головой вот так вот вертеть? Как собачка машина. Так, почему он трогает камеру? Максим, почему ты трогаешь камеру? Ты опаздываешь сильно, да, куда-то? Ну, так, хотелось бы домой. Набор чайной посуды из предметов одного стиля. Сервиз. Вообще, правильно говорить сервис, если быть более грамотным в русском языке. Ну, ладно, хорошо. Хорошо, сделаем тебе поблажку. Я напоминаю, что спонсор, наш уважаемый спонсор, это богатый человек, филантроп, Евгений Шевье Продукцион, есть сайт, и от него подарки. Подарки от него. Такие вот недешевые подарки. Моя любимая конфета. Недешевые подарки. И вот это чупа-чупс. Все это было куплено в красно-белом за 4 рубля. Стоило 4 рубля чупа-чупс и 12 рублей. Да, вот так вот мы это обналичиваем бюджет этот самый. Этот. Пятый вопрос будет, нет? А это был пятый вопрос? Это был четвертый. Серьезно? Да. Серьезно? Да. Четыре вопроса кто-то дал? Даже уже я. Блин, я уже дал подарки. Хорошо. Хорошо, подожди, рано. Рано еще, не было пятого вопроса. Я уже спалился. Ты уже вся в предвкушении о том, что, блин, какие могли быть подарки. Увы. Не, было пять вопросов. Ты чего? Раз, два, три, четыре. Была, Джексон был. География была, Лагерлёв была, да. Хлебалов, да, Мюррей, сервис все, был. Все. Ладно, если ты ответишь, все, подарки обратно даю. Если ты ответишь еще на один вопрос, то дополнительно еще один подарок. Я готова. Какое цветочное имя носила принцесса? Что? Носила? Носила. А, техасский диалект. Принцесса в сказке Аладдина. Жасмин. 100%. Абсолютно. И это совершенно правильный ответ. Вот тебе еще один дополнительный подарок от нашего спонсора Евгении Ширяе Продукцион. Ведение различных свадеб, прикольных корпоративов, там видеография и другая лабуда. Это все то, чем занимается этот наш спонсор Мудозвон. Дружище, мы хотим, чтобы ты тоже потусил с нами. Мы тебя уже спалили. Мы хотели, чтобы ты с нами заерепенился. А, да? А мы подумали, что ты какой-нибудь этот самый мутный разводящий жулик. Я рассказываю людям, да? Архитектуру, так что это, мне нравится. Есть, класс, спасибо. Ну потом подтягивайся, мы здесь до утра стоим. Как ты видишь, я очень популярный человек. Меня я знают даже экскурсовод. Ошибки. А напомни, как канал называется? Вот так вот. Евгений Ширяев зовут нашего спонсора, который вот, ну, дарит эти подарки дорогущие, всякие разные. За 4 рубля. Да. В комментариях пишите комментарии, в лайках ставьте лайки, в дизлайках не ставьте дизлайки. Всякое можно писать разное, мне по барабану, вообще мне насрать, что вы пишете, я все равно этого не читаю. Но если вдруг я увижу хороший комментарий, я отвечу на него, потом, о, господи, какой хороший комментарий, спасибо тебе. Обычно я ставлю кулачок, ничего не пишу, потому что мне впадло писать, я вообще ни с кем никогда не переписываюсь. Спасибо тебе, Наталья, прикосновение. Yes. Тошка, я же сказал, я тебе говорю, ну что такое, что она веселая, давай, Антон, все, пока. А другая очень красивая, игра. Он оказался экскурсоводом. Да. Это прикол. Я тебе отвечаю, я думал, что он все время там на людей разводит. Он такой, подошел. А, ну да, видишь, они, видимо, договорились о экскурсии, забились в каком-то месте, и поэтому я реально думал, что ты какой-то шалотан. Это короткое видео. Почему короткое? Потому что продолжение есть в описании, а в описании есть описание, в комментарии есть прикрепленный комментарий, он в комментарии. И продолжение вы можете увидеть по ссылке в описании в комментарии. Ты так много наговорил сейчас. Фу. Я бы, если честно, у меня бы голова закружилась, если бы я сидел. Пошли, посидим, подождем нашего шалотана-экскурсовода. Обалдеть, я завис сегодня, конечно, знатно. Евгений Ширяе Продукцион.